Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска с двигателем 3 литра автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 242 тысячи километров. Сегодня на нем заменим свечи зажигания. Для этого открываем капот и снимаем воздушный коллектор. Начнем с того, что снимаем вот эту накладочку. Для того, чтобы снять нам воздуховод, снять корпус воздушного фильтра, верхнюю часть. Потом снимем крышку двигателя. А там дальше уже в процессе будем смотреть, что будем дальше откручивать. Так, ну, клипсы здесь еще родные стоят, поэтому их снять удобно. Клипсы утапливаем, среднюю часть. И поднимаем саму клипсу. Воздуховод у нас сидит на двух болтах М6. Здесь снимаем проводку и трубки и вытаскиваем его наружу. Откручиваю хомут. Снимаем разъем. И снимаем вакуумные трубки. Здесь я биту Т30 взял, также можно шестигранник взять. Все, передние свечи у нас удобно и легко, а вот чтобы задние свечи нам поменять, надо будет снять впускной коллектор. Сдуем немного пыль, грязь.
снимаю нижнюю часть фильтра. Компенсатор. Откручиваю дроссельную заслонку, все в сборе, пока ее отключать не буду, отведу в сторону, а если не получится, тогда я ее фасольной патрубки заглушу. Откручиваю кронштейн. Снимаю разъем. И отключаю патрубки. Сдергиваю патрубки и болтами глушу трубки. Чуть-чуть антифриза потеряли, но это совсем граммы. Теперь откручиваю вот эту площадку с клапанами.
убираю вот так вот в сторону. Теперь откручиваю болты крепления и гайки коллектора к коллектору перепускному. И сзади у нас есть еще траверса крепления, одна или две. Посмотрю, как до нее можно будет добраться. Либо подниму снизу, доберусь, либо отсюда рукой доберусь. Откручиваю. Ослабил две гайки на 14 боковые. Также откручиваю под шестигранник. Шестигранник у нас здесь восьмерочкой. Болты. Крепление, это все крепление коллектора. Специалисты есть, которые меняют свечи, не снимая воздушного коллектора. Сразу скажу, не мой выбор, только из-за того, что это очень неудобно. Раз. И второе, когда снимают катушки, свечу нормальным моментом уже не затянуть. Но и выкручивая старую свечу, не выдуть грязь из колодцев. Все, что там есть, а этого не видно, это все попадает в цилиндры. Поэтому лучше снять. Вот как видно, коллектор зашевелился. Сейчас нам остается снять трубку на вакуумный усилитель тормозов и снять, открутить гайку траверсы крепления коллектора. Все. Последний болт я до конца пока не выкручиваю. Снимаю вакуумный шланг. Вот я его отсоединил. Сейчас покажу, где находится траверса. Так. Вон она, траверса. Вот прямо ее я свечу. Вот сбоку, за вакуумом вот этим маленьким, вон она, пластинка траверса. Я предполагаю, что гайка там на 12. Сейчас посмотрю и откручу. Открутил я сзади с этой траверсы болт на 14, не гайка, а болт на 14. Откручиваю до конца последние. Болт крепления коллектора и пробую его шевелить, смотреть, где что у нас, если еще что-то держит, ослабить. Так, сидит жестко, с этой стороны у нас еще что-то держит. Смотрю, здесь еще две траверсы идет. На одной нащупал, на средней нету болта. Уже не прикрутили, упростили. А крайний, там болт на 12.
трещоточным ключом на 12 сломающих голов. И очень удобно подлазить. Вот такой вот болтик. Все, вроде бы все свободно. Так, а вот теперь покажу, в каких местах они стоят. Вот он, который крайний я откручивал, этот, которого не было, и вот левый, ближе к вакууму. И вот они висят, три траверса. Раз, два, три.